Ребята, всем привет! Приглашаю вас на 24-й гитарный марафон, который пройдет 1 сентября. Это будет месячный марафон. Для тех ребят, кто любит играть на гитаре и хочет быть в команде, то приглашаю вас принять участие. Марафон пройдет с 1 по 30 сентября. У нас будет каждый понедельник трансляция, живая трансляция в онлайн-времени. То есть мы будем с вами проверять ваши домашние задания. У нас с вами будет 5 классов. Это начальный уровень. Это рифы, это техника, это импровизация и разбор соло «Я свободен» гитариста Сергея Маврина. Итак, значит, если вы хотите принять участие, как это будет все происходить? У вас будет доступ к папке на Яндекс.Диске. Туда будет каждую неделю добавляться маленький кусочек задания. То есть, например, если это риф, то это немножко, там, скажем, там 1, 2 или 3 такта рифа, который вы сможете посидеть, выучить. И вы записываете это все на видео, выкладываете в YouTube в закрытом доступе или открытом доступе, это уже без разницы, мне присылаете ссылку. И на прямой трансляции мы с вами это все разбираем, смотрим, работу над ошибками проводим, или же просто наслаждаемся игрой. То же самое это будет соло, то есть вы будете видеть, скажем, там какой-то небольшой отрывочек, в котором будет разбор соло. В первую очередь это урок, это табулатура и минус. Если, например, вы играете технику, класс техники вы выбираете, то в классе техники у вас будет... Следующий момент, то есть у вас будет какое-то упражнение логическое, либо оно будет с подкладом, либо оно будет просто под метроном играться в разных темпах, то есть в том темпе, в котором вы можете его играть. То есть, например, допустим, пример, оригинал мы играем, допустим, там в темпе 150, а вы играете в темпе 65, ну, условно. И это вы все разбираете, показываете и начинаете развиваться. У нас будет общий чат Telegram, в котором мы общаемся, в котором мы разбираем все эти примеры и показываем другим ребятам, как можно играть, как не нужно играть, обмениваемся опытом, ну и, собственно, знакомимся с новыми гитаристами, с начинающими или со средними, или же с продвинутыми парнями, которые уже постоянно принимают участие в этих марафонах и, соответственно, уже развиваются. Итак, для того, чтобы принять участие в этом гитарном марафоне в 5 классах, не обязательно принимать участие, можете выбрать один класс. Можете выбрать сразу 2 класса, можете выбрать сразу 3 класса, либо 4, либо 5. Но те, как правило, если кто-то выберет соло «Я свободен», тому неинтересно будет играть начальный уровень. И наоборот, кто выберет начальный уровень, тот не потянет соло «Я свободен» или технические какие-то штуки. Но по технике технические сложности потянут все, в принципе, потому что основное условие – это сыграть текст от начала до конца в вашем темпе. Вы сразу же начинаете смотреть, то есть как у вас двигается рука, то есть прокачивается техника, и вы развиваетесь. Итак, если вы будете в сентябре с нами, то присоединяйтесь по ссылке ниже, то есть либо просто на моем сайте nnsokolov.ru отправляйте заявку. То есть заходите на сайт, колесиком проворачиваете, видите баннер «Гитарный марафон», туда кликаете и выходите на сайт, оформляете заявку. И, собственно, все, ждете от меня приглашения в чат, либо просто мне пишете в Telegram сразу же, то есть отсюда, то есть записывайтесь и принимайте участие. Так что всех жду, всех, так сказать, с наступающим 1 сентября. Пора учиться, пора быть в команде. Всем пока!